В очередной раз на базе детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 1 состоялось первенство Речицкого района по велосипедному спорту на шоссе. Речичане в числе победителей и призеров. На этот раз в соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе приняло участие 7 команд из разных уголков страны. 75 юных спортсменов боролись за звание лучших, как в личном зачете, так и в командном. Участие в соревнованиях районного масштаба позволяет формировать и совершенствовать умения и навыки юных спортсменов. Соревнования, я считаю, что значимые в связи с тем, что мы находимся в большом городе. У нас очень сложно провести соревнования, то мы с большим удовольствием приехали, чтобы посоревновать детишек, которые еще имеют маленький опыт в соревнованиях. То есть для нас это замечательные соревнования, и мы очень рады, что нас пригласили. И думаю, мы получим свой опыт, свои ошибки, свои успехи, может быть, свои медали, чего бы очень хотелось. Конечно же, очень важны эти соревнования, потому что именно для детей школьного возраста, маленьких, мало проводятся соревнований в области. А вот именно такие матчевые встречи, которые объединяют встречи не только старших юниоров, а именно детский возраст, юношеский. Детям очень важно здесь побыть, посмотреть, что это такое, и проверить себя на силу, на выносливость, на результат. Дистанция индивидуальной гонки 10 километров для всех возрастных групп, как у юношей, так и девушек. Дистанция групповой 15 километров для девушек 2002 года и моложе, юношей 2004 годов рождения и моложе. 20 километров для юношей 2002-2003 годов рождения. Все участники настроены решительно, но только самые быстрые и уверенные добились звания победителя. В индивидуальной гонке юношей 2004 года и моложе речичане завоевали все 3 призовых места. Фаворит – Владислав Матюшенко. Среди юношей 2002-2003 годов рождения речичане Демьян Цуркан завоевал золото, Максим Иванец – серебро. Среди девушек 2002 года и моложе серебро у речичанки Анастасии Сапончик. Успеха речицкие велогонщики добились и в групповой гонке. Александр Корниенко и Максим Гиль в своих возрастных группах стали первыми. Александр Матюшенко и Никита Тур – вторыми. Успех речичанам сопутствовал и в самой эмоциональной групповой гонке шоссейников – критериуме. На этом этапе они завоевали 6 призовых мест, 2 из которых первые. –